Здравствуйте еще раз. Ну что, хочу сказать. Сегодня репортаж будет необычный у нас. Сегодня мы покажем разное. Но зато актуальное. Можно вопрос вам задать? А? Можно вопрос? Я хочу спросить. Вы довольны вот деньги, которые у вас платят? Нет. Недовольны? А кто это? Нет, я имею в виду, вот, например, сколько у вас вот пенсии? Если не секрет. Сколько? 11700. Вот дадите, вот я, послушайте меня. Вот сейчас вот я женщину попытался, значит, как бы разговаривать, то, что у нее пенсии, как бы. Какая платья? Она мне за это сказала? Ее устраивает. 9 тысяч. Ее эта пенсия устраивает. Я говорю, бабуль, извини, пожалуйста, тогда вы мне ответите, почему вас все это не устраивает? Репортаж мы снимаем. А, куда? Да. Репортаж. Да, вот. Я что хочу сказать, сколько бы пенсии не было, все равно бы люди были довольны. По доходам и расходам, понимаете? Нет, вы ничего. Вот я вам хочу сказать одну вещь. 6 тысяч у меня уходит на коммунальные услуги. Остальное я вот эти вот 5 тысяч я их делю, значит, у меня сколько денег получается? Чего? Ничего себе не покупаю, хожу по Ивану вообще. Вы один живете? Ну, или с семьей? Мы отдельно живем. Ну, женат у вас тот пенсионер? Нет. Не работает? Нет. И вы не работаете? Нет. Или работаете? Нет, я выгнали с работы. А, выгнали? Сказали, хватит уже отдыхать. А если не секрет, вам какой возраст у вас? 54 года. И что, и уже нигде не берут вас или не берут? А зачем я буду ходить нервы трепать? Ради чего? Вот я, предположим, буду ходить искать клянки, уезжать. Потом вдруг я что-то найду. А потом поработаю там сколько-то времени, скажешь, иди, уже отдыхай. Я после этого 2 месяца у меня дружка. Я не продолжаю делать гимнастику, я повторяю, каждый день делаю гимнастику. Дима, повторяю. И вот день 2 метра 8 ходить. Здоровый образ жизни ведет. Да. Не пью, не курю. Ну это понятно. Занимаюсь сейчас. Видно. Отец вот недавно умер, я сейчас в интернете стримил все учился. Но я очень много не снимал, у меня уже больше 100 в интернете. У вас, у самого. У меня нет сайта своего. Так, так, так. Вот, я в разных группах. Например, войсковая часть, где он служил, там у меня 40 фильмов. Здесь по линии 9-й школы, где мы деньги дорожных войск. Там 11 фильмов. Так далее. Вот понятно. Я ищу. А как не секрет, если не секрет, как вас встречать? Юрий Иванович. Юрий Иванович. Да. Алексей, Алексей. Я представляю независимый народный репортаж, выставляю ролики в интернет о нашем городе Дзержинске. Я чего хочу? О жизни нашего города. Можно сэкономить. Ну коммуналку, зачем мы получаем коммуналку? Мне вот это совершенно не понятно. Да. На этом уже никак не сэкономить. Повышайте в магазинах. Я могу, например, воды чуть-чуть полить. Счетчик стоит. Свет поэкономить. А отопление как я сэкономлю? Вот счетчик поставили, а что толку-то? Мы за счетчик с нас содрали деньги, да? Содрали. И как платили, так и платили. Никакого расчета. Один раз только на 800 рублей меньше заплатили. Самое дорогое идет на отопление. И причем каждый месяц мы платим, зимой и лето. Правильно? Ну конечно. Ну, для чего? Отопление. Вот кто живет в своих домах, гораздо дешевле получает. Потому что газ на отопление. Нет, вот вообще вот, если вот по сути разобраться, тут два факта. Или снизьте цены. Да, чтобы было все доступно, да и все хорошо. Не повышайте тарифы. Вот, да. Зачем тарифы? Или не повышайте, вообще, хватит. Вот они говорят, что типа тяжело, типа. Монополисты, что они? Сколько им не даваем, все мало будет. Я же просто знаю, я был в различных ситуациях. Был, когда у меня уже такой деньги были. А если не секрет, вы кем работали? Ну, кем работал? Сначала научным сотрудником работал, потом вот в горсовете работал в 90-м году, в администрации работал. Юрий Витальевич, да. Макаров-то знали? Ну, а как же? Нет, ну, я уже позже был, я при пешком был работал. А, вот. По связи с общественностью. Ага, ясно. Другие деньги были, потом, когда меня сократили, я вообще остался без всего, устроиться нигде не мог. Идти в институт, где я работал, я мог туда идти.
ней, Маша, мог туда идти, потому что я как бы на выбранную работу не шел. Но я сам туда не пошел, потому что половина людей были в административе, все мозги убежали, не платили деньги. Остался все дело. Вот. Потом устроился в охране. А, в охране вы работали? Я же тоже в охране работал, до сих пор. Да, я на пенсии работал. Нашли своего там, мне сказали. Попросили. Ну, последний день у меня был перед отпуском, пришел начальник вечером, говорит: Юрий Иванович, вы не устали работать? Я говорю: конечно, устал, больше года без отпуска, вот у меня последняя смена, сегодня утра я ухожу. Нет, не в этом смысле, может, вам вообще хватит работать. Ну, все, а понятно. У меня ветеранства нет, мне не хватает. Это около 4 лет не хватает. Около 4 лет? Ну, да. Дело в том, что я... Этот закон областной, его в любой момент могут изменить. И чего ради чего я буду делать. Я занимаюсь своим делом, понимаешь? Понятно, ясно. Я одних, в свое время одних свадеб не снимал. 250 штук. А вы в одноклассниках когда-то не идти, да? Я так вам объясняю. У меня была только электронная почта. Да. Вот. Да. А потом получилось так, что предложили мои фильмы разместить по линии войсковой части, где отец служил. Ага. Это поселок Центральный. Ясно, это был январе разговор. А там вот так важно. Мне пришлось там зарегистрироваться. Но я в них ничего не понимаю. Мне кто-то шлют, я не хочу вязать. Мне некогда. А, я себе интернет даже домой не провожу, чтобы не отвлекаться. Я пишу воспоминания, вот эти вот очень много пишу. Воспоминания всякие, вот этот фильм доделал. Вернее, они у меня все сделаны. Просто теперь там для того, чтобы в интернетах вязать, тут надо здесь все импортировать, чтобы туда добавить, текущую строчку. А то сначала мои фильмы взяли, разместили, никто не указал, что это мои фильмы. Ну, короче, как бы типа вышло, что плагиаты они стали. Ваших фильмов. Получается. Так? И поэтому мне тут дали разрешение, я сам желаю закачивать фильмы. Прежде чем закачать, я сначала пишу там 2003 фильмы, когда просмотр стал много. Но по линии восковой части, не помню, по линии на 9-й. И тираны плохо смотрят. Больше всего у меня фильмы сняты с тиранами, связаны. Очень много фильмов, 50. А я там разместил, я попросил, чтобы разместили, а их не смотрят, дальше не размещают. Я обращаюсь к ветерану. А что, я говорю, у вас есть дети, внуки, ну елки-палки, или чего? А у вас телефон есть? Есть у меня. Есть телефон? Да. Скажите, пожалуйста. Сотовый. Сотовый? Ну, 902. Сейчас. Я выберу. Да? Сколько? Юрий Иванович, вот 902. 902, 69, 23, 48. Не, 589. 23, 44. 23, 44. Так. Фамилию не будем указывать просто. Почему не указывать? А, ну давайте, если что. Как? Боев. Боев. А, у вас отец ведь был. Боев. Был, вот я с тобой говорил. Ага. Я постоянно дергал везде. Поехали, давай это снимай. Наснимал, вот я наснимал, цифры, у меня на дисках все это сделано, смонтировано, я сколько возился. Ты чего теперь? Хочу, чтобы люди смотрели. Так. Я же не за деньги, ни за что, просто это понятно. Смотрели. Надо хоть какой-то свет оставить для детей, для внуков. Иван. Так. Погоди, Серег, мне, я сейчас... Это, не зарегистрируй, это. Так. Да. С деньгами так, в разных ситуациях я был. Когда хорошая зарплата была, все равно куда-то не платили. Повторите еще раз телефончик. 902. 902. 689. 8, 9. 23. 23. 44. 44. Ага. Все. Так. Будет. Я вашего отца хорошо знал. Вот у меня сейчас каталог. Больше 100 фильмов. Ага. Хронологической последовательности. Название фильма, кто снимал, продолжительность. И ссылка на него. Где он расположен, в каком месте.
в каком разделе интернета. И ссылку на него. Очень удобно. Вот я сейчас вообще рассылаю каталоги, люди смотрят. Ясно. Вот сейчас после будет скачивать. А куда едете? А у вас дочь где-то рядом? Пришлось в одноклассники войти, нету сил, а я никогда не сориентировался. По линии 21 детского творчества не ВКонтакте занят. Там тоже видео смещают. Нет. А там я вообще ничего не понимаю. Я что-то шлют чего-то откуда. Я ничего не понимаю, ни на что не отвечаю. Мне только вот чтобы фильм закачать и смотреть. И папу сейчас отправить. Я обычно фильм хочу. Некогда мне этим заниматься. Писать забросить. Ну, Юрий Иванович, спасибо вам за репортаж. Спасибо. За интервью. Мы созвонимся с вами обязательно, так? Созвонимся с вами обязательно. Кто-нибудь интересное еще в следующий раз расскажете? Уже где-то за кружкой чаем или так далее встретимся. Ну, всего хорошего. Я отца вашего, конечно, знал. Примите мои соболезнования по поводу его смерти. Хороший у вас отец был. Светлой памяти. Ну, всего хорошего. Спасибо.